Бакинский шопинг-фестиваль, ставший настоящим праздником для всех любителей покупок, продолжается полным ходом. Каждый день магазины, участвующие в фестивале, предлагают жителям и гостям азербайджанской столицы скидки и возможность поучаствовать в различных акциях. Кроме того, в рамках фестиваля в городе проводятся самые разнообразные концертные и развлекательные программы. Туристы высоко оценивают организацию шопинг-фестиваля. Баку – очень красивый город с красивыми людьми. Особое значение для меня представляет и то, что это мусульманская страна. Город сияет чистотой. Что касается национальных блюд, то они просто великолепны. Возможно, летом я приеду сюда со своей семьей. Я впервые принял участие в Бакинском шопинг-фестивале. Здесь очень выгодные цены. Я собираюсь купить ряд вещей для членов своей семьи. Я впервые в Баку, нахожусь в городе второй день. У вас очень вкусная кухня. Я, правда, не ем мясо, но все остальное мне очень нравится, особенно сыр. Он очень вкусный. Мне кажется, туристы с любыми кулинарными предпочтениями найдут здесь что-то особенно вкусное для себя. Я прошлась по магазинам. Тут можно купить все, что угодно. К тому же сейчас скидки. Я сравниваю бакинские цены с ценами в других странах. Стоимость вещей ряда марок намного ниже, чем в Лондоне или Дубае. Мне очень нравится Баку, поэтому я сюда приехал. Здесь прекрасно все. Торговые и развлекательные центры, улицы. Мне очень нравится. Я здесь впервые, но обязательно приеду вновь. Думаю, приеду сюда уже в следующем году вместе с супругой. Я побывал в магазинах, удивился тому, какие низкие цены. Цены лондонского шопинг-фестиваля намного выше, чем в Баку. Мне очень понравился Баку. Я здесь уже 3 дня и пробуду еще 4. Я приехала сюда как турист. Сегодня в первый раз пошла на шопинг, кое-что купила, но пока увидела не все. В Баку мне также очень понравилась кухня, невероятно вкусная. Бакинский шопинг-фестиваль пришелся по вкусу не только иностранным туристам, но и местным любителям модно одеваться. В магазинах очень выгодные цены. Мы с удовольствием ходим, покупаем. Это здорово. Очень радует, что такой фестиваль проводят и у нас. Я была в Турции во время шопинг-фестиваля и очень рада, что он проводится и в Баку. Магазины, присоединившиеся к Бакинскому шопинг-фестивалю, предлагают различные скидки. Кроме того, покупатели могут вернуть часть потраченной суммы посредством системы Tax-Free. Мы тоже присоединились к участию в шопинг-фестивале. Несмотря на то, что он проводится впервые, мы видим рост продаж. Причем как со стороны туристов, так и со стороны местных граждан. Налог на добавленную стоимость на покупки, совершенные на сумму свыше 100 манатов, возвращаются клиенту. Напомним, что Бакинский шопинг-фестиваль продлится до 10 мая. Гюльзар Мустафаева, Ульвия Сабиргызы, Али Сурхайоглу, CBC.